По предварительным данным, пятеро фигурантов организовали в городе Михайловке завод по кустарному производству алкогольной продукции и наладили канал поставки в Волгоградскую область спиртосодержащей жидкости из других регионов. Нелегальный товар они передавали остальным участникам группы для дальнейшей реализации. Подозреваемые задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В результате обысков в жилищах и складских помещениях изъято более 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции известных брендов, свыше 15 тонн спирта, легковые грузовые автомобили, мобильные телефоны, упаковочная тара и оборудование для фасовки. В отношении фигурантов избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.